Здравствуйте, господа! Сегодня у нас будут проходить выборы. В Америке проходят свои выборы, и там очень напряженная борьба. Да, мистер президент, бывший мистер президент. Но сегодня у нас будут свои выборы. Да, а за что мы будем голосовать в этой серии? Если вы хотите, чтобы серии по Пиксельмону были очень короткими, 10-20 минут, и если вам лень поставить один лайк на вот эту серию, то кидайте свой бюллетень в эту урну, в левую урну от меня. Если вы хотите, чтобы серии по Пиксельмону длились 1 час, если вам не лень порадовать Эдисона и поставить ему лайк на вот эту серию, если вы хотите, чтобы Пиксельмон выходил очень часто, то, господа, кидайте свой бюллетень в правую урну от меня. Да, и вот так мы решим, будут ли выходить часто серии по Пиксельмону, насколько они будут длинными, и посмотрим, сколько лайков мы сможем набрать. Да. А вы что смотрите, а? Что смотрите? Вы тоже, в принципе, можете голосовать. Да. Если вы за левую урну, то пишите в комментарии то, что вы за левую урну. Где короткие серии по Пиксельмону? Где вам лень нафиг поставить один лайк? И если вы вообще не хотите Пиксельмона, то он будет выходить очень редко. Или все же за правую урну, где Пиксельмон будет выходить практически каждый день, где серии будут длиться минимум 1 час. И если вам не лень засыпать эту серию лайками, чтобы новая серия вышла как можно быстрее. Да. Что вы смотрите? Голосуйте, а? Голосуйте! Не забывайте! Да. И про лайки тоже не забывайте. Влепите большущий палец на эту серию, а? Заходи, подписывайся на канал Фореста, летсплеи и также различные челленджи. Но что самое главное, действительно увлекательные и веселые ролики, которые точно поднимут тебе настроение. Не заскучаешь, поэтому ссылочка в описании. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию нашего 7-го сезона с модом на покемонов. Да, ребятушечки, и в принципе, как вы уже знаете, если хотите большую серию по покемонам, то ставьте также большущий палец вверх, потому что, как вы сейчас видите, эта серия будет длиться 1 час. Да. Знаете почему? Потому что предыдущую серию я выпустил 30-минутную, и вы на меня так набросились, я такой даже был вот такой... Не бейте меня! Много каких вопросов, много их негативных комментариев, мол, Эдисон, почему такая короткая серия? 30 минут! Короткая серия, я такой, если 30 минут для вас короткая серия, то я охренел, да? Но все же, ребята, вы реально любите длинные серии, вот вам не лень смотреть 1 час Пиксельмона, не лень. Вот вы сейчас досмотрите эту серию до конца, если вы смотрите серию от начала до конца, ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что мне реально нужно знать, если, я просто, знаете, так думаю, ну, люди видят серию, которая длится 1 час. Они зайдут, посмотрят где-то 3-4 минуты и просто выключат эту серию. Потому что смотреть одну серию, тратить 1 час своей жизни на то, чтобы посмотреть одну серию Пиксельмона, это нужно быть каким-то сумасшедшим человеком. В хорошем смысле этого слова, сумасшедшим. Сумасшедшим, в хорошем смысле. Ну да ладно, ребята. Если вы реально смотрите всю серию от начала до конца, напишите в комментарии и влепите большущий палец вверх на вот эту серию. Да, ребята, мне реально нужно очень сильно знать, хотите ли вы дальше длинной серии или нет. Если да, ребята, это будет очень круто. Я действительно буду дальше продолжать выпускать вот такие часовые серии. И давайте ради рекорда, если мы сможем брать 15 тысяч лайков, то следующая серия будет длиться 1 час, ребята. Я не верю в то, что мы сможем набрать, но все же давайте хотя бы постараемся, ребята. Я буду очень сильно этому рад и... отблагодарю вас еще больше, чаще буду выпускать серии, которые будут длиться 1 час. Да, ребята, да. Также можете подписаться на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. И, конечно же, ребята, зайти на мою страничку ВКонтакте и добавить меня в друзья. Да, сразу первая ссылочка в описании, ребята. Задавайте мне вопросы, подписывайтесь на мою страницу, комментируйте фоточки, ребята. Больше общения у меня с вами на моей страничке ВКонтакте, ребята. Действительно, заходите, подписывайтесь, я буду очень сильно этому рад. А сейчас еще 58 минут впереди. Я, знаете, вот по секрету вам скажу, к такой серии Пиксельмону, которая длится 1 час, я готовлюсь нафиг как к стриму. Я иду там, одно дело делаю, другое дело делаю, потом водичку себе приношу себе, потому что мне час нужно тараторить, это просто уматывает, офигеть как. Да, выматывает, а не уматывает. Но все же, ребята, час Пиксельмона впереди. Если вы хотите видеть следующую серию Пиксельмона завтра или послезавтра, и также, чтобы она была 1 час, ребята, ставьте лайки. Какие у меня планы на сегодняшнюю серию, ребята? А в этой серии, знаете, что мы будем делать? А в этой серии мы будем не то что прокачивать покемонов, а ловить нового покемона, нашего
первого легендарного покемона в этом сезоне. Да, ребята, это у нас будет задус. Нам еще нужно убить 102 покемонов, чтобы прокачать, заполнить этот орб до максимума. Как вы видите, в чате пишет 102 покемона еще осталось. Мы пойдем заспавним Забдуса, а заспавним мы его вот, вот тут. И словим его, конечно же, ребята. Это будет наш первый легендарный покемон в этом сезоне. В этой серии мы не будем больше ни на что не отвлекаться, то есть мы не будем ловить других покемонов, мы не будем идти на базу команды R, потому что, ребята, какая база команды R? Также было много негативных комментариев, мол, Эдисон, ты дурак, почему ты купил пропуск? Или почему ты не купил пропуск, а купил мастербол? Ребята, предыдущий помощник команды R был 55 уровнем. И мы его смогли победить только тогда, когда у нас все покемоны были 60 уровня в предыдущей команде. Сейчас посмотрите, какие покемоны у нас в команде. У нас 41 уровень, 39, 10 уровень, 45, 23, 24. Как вы думаете, как бы я смог победить дальше какого-то помощника, а если дальше вообще Джесси Джеймс, то есть вообще сама команда R? Как бы я их нафиг победил с этой командой? Нам эту команду еще прокачивать минимум серии 10 нафиг. Минимум 10 серий, если они будут вот такими часовыми. Хотя если часовыми, то может где-то серии 6-7, да? Поэтому, ребята, это хорошо то, что я купил... О, Бульба... Нет, Айвизар, да? Это хорошо то, что я купил пропуск, потому что... не пропуск... Фу, нафиг! То, что я купил мастербол. Потому что если бы я купил пропуск, то что бы я с ним делал, ребята? Мы бы открыли, посмотрели на тренера, проиграли бы ему один раз, и дальше бы пошли прокачивать наших покемонов. А так я купил пропуск, ребята. И сейчас у нас есть возможность словить нашего легендарного покемона. Тем более у меня... тем более мы еще сможем найти лаки-блоки, найти еще кучу алмазов, изумрудов, и купить тот самый конченый пропуск, за который вы так на меня орали. Да. Да, ребята, в принципе, все, что я хотел сказать. А почему вы также, ребята, меня еще спрашивали, мол, Эдисон, почему ты не продаешь золото, которое у тебя куча золота в этих, в сундуках, почему ты их не продаешь? Если ты сможешь продать, ты также можешь еще купить еще 35 пропусков. Ребята, в первую очередь, я не продаю золото, потому что я его трачу на крафт лаки-блоков. Тем самым из лаки-блоков я крафчу поки-лаки-блоки, из которых нам в большинстве случаев выпадает хрень. Да, хрень и только. Но все же, ребята, может иногда нам что-то хорошенькое выпадет. Не знаю, посмотрим. Также, ребята, если в будущем мы будем прокачивать покемонов с помощью Rare Candy, то есть с помощью конфеточек, то на конфеты у нас также будет уходить очень много золота. Поэтому я лучше сохраню золото до того момента, когда оно мне действительно пригодится. А что по поводу вот этого... Железо, в принципе, также можно будет потратить. Конечно же, не все. Почему, ребята, не все? Потому что железо также нам пригодится. С помощью железа мы же крафтим покеболы. А без железа мы, в принципе, их не сможем скрафтить. Нижние части крафтятся с помощью железа. Поэтому, ребята, нужно их также сохранить. Да. В принципе, я надеюсь, то, что я ответил на все ваши вопросы. Да, ребята? Да. Кстати, кто у нас 36 уровень? В принципе, его можно закукошить. И уйди ты, ёханый бабай. Иди сюда. Кем бы тебя закукошить? Нет, амбаром. Хотя, в принципе, почему бы нет? Один Earthquake. Не, да, один. Лоханулась, а я... Почему я лоханулась, я не знаю. Так, Азумарила мы закукошим Серпериором. Да. Да, давай быстренько. Гигадрейн. Да пофиг, и так с одного удара. Уханый бабай, иди сюда. Сейчас мы кадабру нашу прокачаем. Опа. А Корфиша можно убить с помощью... Давайте с помощью Стараптора. Стараптора тоже немного нужно прокачивать. Хоть я, в принципе, вижу, он справится. Справится, конечно. Офигеть, как справится. Нихрена он не справится. Может тогда с помощью... Ну, кадабра вряд ли сможет его убить. Хотя, нет, даже убила. Смотрите, покебол и хилочка нам выпала. Просто замечательно, ребята. Первый босс уже в этой серии так быстро нам встретился. Я прям обрадовался, если честно. Тот же тик, иди сюда. Знаете, ребята, что меня еще убивает? Как много людей в комментарии пишут. Дурак! Ёханый бабай, ты дурак, почему ты не словил Пикачу? Ты пропустил Пикачу, там был Пикачу. Почему ты не словил Пикачу? Ребята, вопрос, нахрен мне этот Пикачу? Вот просто нахрен мне этот Пикачу, а? Что ты, ну зачем он мне, а? Зачем он мне? Я его пропускаю, потому что я его просто не хочу ловить, ребята. Если я буду ловить Пикачу, то я буду ловить его первую эволюцию, Пичу. Мне не нужно ловить покемона сразу с его второй эволюции. Это просто бессмысленно, ребята. Разве что только если он шайни, да. А поэтому, ребята, у меня нету других причин ловить Пикачу. Он не сильный. Я его, ну,
не скажу то, что не люблю, но просто в данный момент он мне нафиг не сдался. Просто нафиг. Просто нафиг. На тебе, Баттерфри. Ёхали, бабай, ты меня заколебала уже убегать, а? Что закончен? О, ща я тебя раздеру нафиг на части, а? Стой на месте, не, я не тем ударил, да? Я не тем ударил. Не вздумай даже убегать. Стой ты на... Я сейчас всю серию простру, но я ее убью нафиг. Стой на месте. Не вздумай убегать. Да, с одного удара. Какая-то дотошная. Так, ребята, кто у нас тут еще есть? Виппербелл, тот же Тик. Нет, ты мне не нужен. Опа, 39-й. Вот этот пригодится. И тоже Эмбуар его закукошит, потому что огненный против травяного, как вы знаете. Самое то. Самое то с одного удара. Это... Боссики. Что там много боссиков, и это меня радует. Вот, замечательно. Эмбуар тоже, в принципе, должен справиться. 50-й уровень, хоть он в 50-й, но с одного удара. Так, покебол и люрбол. Такой себе, если честно. Такой себе. Опа, херосос. Да не Лапра, зачем? Ух ты, я случайно, ребята, вы... Так, нет, Лапраса я не случайно... Там Шайни Зубат пролетел! Шайни Зубат пролетел! Но я его, в принципе, вряд ли сейчас могу догнать. Да пофиг. Да пофиг, ребята. Пофиг, пофиг. Так, ребята, что я забыл? Я выложил в предыдущей серии Риолу и взял Лапраса, потому что с помощью Лапраса мы спускались на большую глубину, чтобы добыть, конечно же, частицы... Нет, это не босс, нет. Частицы водного камня. Мы добыли сам водный камень, и, в принципе, сейчас я, наверное, буду... Опачки, сейчас я буду выкладывать... Да не тот же Тик, какой нафиг тот же Тик? Сейчас, ребята, буду выкладывать Лапраса и возьму обратно Риолу. Это Шайни Шелдер. У нас нету Шайни Шелдера, поэтому мы, в принципе, сейчас постараемся его словить. У нас есть еще 23 квикбола. Мы скрафтили, в принципе, почти полстака предыдущей серии, и мы его словили с первого же квикбола. Люблю таких покемошек, которые ловятся сразу же с первого бола, и не нужно на них тратить все нервы. Не нужно. Не нужно. А, кстати, ребята, раз у нас есть сейчас мастербол, то мы можем попытаться словить еще кого-то. Почему мы должны сейчас... Вот, видите Пикачу? Вот, видите Пикачу? Вы меня спрашиваете, почему я не ловлю Пикачу? Вот, смотрите, почему. Смотрите, почему. Почему я не люблю Пикачу? Вот, потому что... Тьфу! Иди сюда. Фу, вот почему я не люблю Пикачу, потому что мне нахрен не нужны. Нафиг не нужны, ребята. Просто нафиг не нужны. Честно. Пускай идут в баню. Я их просто сейчас убивать нафиг буду. Раз вам так нравится Пикачу... Вот смотрите, смотрите. Вот смотрите, что я с Пикачу сделал. Смотрите, что я с Пикачу сделал. Где еще один Пикачу? Я хочу еще закукошить одного Пикачу. Где он? Вот там, вот где, вот где-то там, а ну, еще один Пикачу, ой, бедненький Пикачу, ой, как мы все любим Пикачу, вот на чем я вертел вашего Пикачу, вот, не хочу я Пикачу, ребята, сейчас, просто не хочу, если захочу, я его словлю, там еще один Пикачу, но жопа слишком ленивая, чтобы туда идти, а это, в принципе, слишком маленький уровень. Так, Эмбуарчик, Эмбуарчика тоже нужно про... Ёханый бабай, ты шо вообще с ума сошел? С одного удара нас убил. Давай, Краудант. Умри нафиг. Умри. Сейчас, ребята, мы пойдем новые долины изведывать. Зачем? Затем то, что нам нужно искать, офигеть, какое большое количество лаки-блоков. Потому что нам нужны именно... Ребята, сейчас куда мы пойдем? Нам нужны лаки-блоки, нам нужны алмазики. Поэтому, ребята, мы пойдем сюда. 1075. И, кстати, в пустыне может заспавниться Гроудон. Он настолько огромный, то, что мы его заметим с большого расстояния. Если мы сегодня на протяжении всей серии будем летать в пустыне, то прикиньте, если сегодня заспавнится Гроудошек. Гроудошек маленький такой маленький покемошек. На пол экрана маленький покемошек. Я обрадовался, если честно. Я прям... Ёханый бабай, хундум! Так, вот эту собачуру я хочу. Ребят, видите, там сзади Драпиона есть песик. Я хочу... Нет, не то юзнул. Так, песик, ты уже пропал, не говори то, что ты пропал. Там лаки-блок. Где песик? Вот песик! Вот песик! Хочу песика! Хундур!
это офигеть, какой крутой покемон. Он, в принципе, очень красивый. Да, он огненный и также темный. Ну, в смысле, его стихии. Мне очень нравится вот этот покемон, поэтому я его с удовольствием сейчас ловлю, если он, конечно, паскуда словится. Паскуда. Ребята, держим кулачки, чтобы... Чем бы тебя ловить? Ультрабол. Хундурчик! Миленький мой! Паскуда! Залезь ты в любой уже какой-то бол, чтобы я тебя словил. Пожалуйста, 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 ребята. Помогите, помогите, помогите! Он меня заколебал уже. Я тебя просто сейчас убью. Левелбол. Левелболом ты точно должен словиться. Ты 8 уровень. Я тебя ловлю 42 уровнем. Ребята, я видел комментарии, то, что многие возмущались, зачем ты кидаешь левелбол на маленького уровня покемона. Потому что левелбол ловит покемонов не когда тот покемон, которого ты ловишь, большой уровень, а когда тот покемон очень маленький уровень, а ты его ловишь очень большим уровнем. Вот, допустим, сейчас я словил 8 уровня Хундума, словил 42 уровнем Старраптора. Вот как ловится, как ловятся покемоны с помощью левелболов. Поэтому, ребята, не нужно меня учить, пожалуйста. Зато большой квикбольчик. Лакиблок. Какой квикбольчик? Чего вы меня путаете, а? Топор! В жопу. В жопу себе засуньте вот это все, кто туда поставил, а? В жопу! Ребята, знаете, кого еще хотел бы сейчас найти? Вулкарону. Вулкарону, которая, в принципе, также спамится в пустынях, только она спамится на закатах и на рассветах. Поэтому, если мы сейчас будем немного летать туда, я не в ту сторону лечу. Если мы будем летать туда-сюда немного, так по чуть-чуть, то, может, к концу серии мы ее словим. Я хочу Гроудона, ребята. Я офигею, если сегодня в этой серии заспамится Гроудон. Это будет просто праздник, да. Праздник, дискотека, вечеринка, юху! Отмечать, ребята, будем просто, потому что это реально будет чудо-юдо. Вот видите, ребята, это вторая эволюция вот того Хундума. Вот видите, вот какой песик красивый, какой песик. Так, Хундума нужно убивать, да, я бы сказал, его нужно убивать Вапурионом. Но Вапурион у нас 10 уровень, поэтому нет, не Вапурион. А убьем его! Пусть! Да, я, ребята, запомним, там есть лаки-блок, поэтому мы сейчас туда вернемся. Давайте сначала убьем вот этого Басяндрика, чтобы он не пропал. Вот так. Кадабра, ты уже сможешь что-то сделать? Конечно, сможет. Все сможет Кадабра сделать. Я вижу. Ребята, не забывайте о нашей мини-игре. Что я подразумеваю под этой мини-игрой? Ребята, если вы увидите где-то, где я пролетаю, допустим, Lucky Block, или вы увидите Покелут, или еще что-то увидите, а увидите то, что я это не замечу, ребята, пожалуйста, напишите в комментарии, на какой секунде вы это заметили, и где вы это заметили. Если вы, допустим, увидели Lucky Block на какой-то там 15 минуте, а я его не заметил, то, ребята, напишите в комментарии, мол, Эдисон, на такой-то там секунде ты пропустил Lucky Block. Вернись туда и забери его. Там еще один босс. Я, ребята, только благодаря вам вернусь туда и заберу его, потому что именно вы мне подсказали, где он был и где я его пропустил. Поэтому, ребята, вы реально мне очень сильно помогаете. Иди ты нахрен, Джиудут! Поэтому, ребята, вы реально очень сильно мне помогаете вот с этим всем. Не стесняйтесь, пишите в комментарии, это действительно для меня очень сильно полезно. А сейчас мы вот эту паскуду, Саншре... какого-то там... Охренеть, ты реально меня с одного удара убил. Давай, Старраптор, давай! Давай, миленький мой, давай. Close combat. Более-менее, да. Да хрена ты так меня валишь сильно, а? Давай, Серпериор, надери ему задницу. Вот, круто. Так, много всякой хрени выпало. Что можно выкинуть? Вот это можно выкинуть. Вот это можно выкинуть. Вот это можно, вот это и вот это. Офигеть, столько всего выпало ненужного. А Lucky Block, пока я, ребята, не забыл про этот Lucky Block, нужно туда возвращаться, потому что я сейчас забуду. Да какая кадабра нафиг? Давай, Старраптор, и полетели. Он же где-то вот тут был. Да, я уже думал, я опять забыл. Ребята, если мы реально вот так целую серию будем летать тут в пустыне, то все же есть шансик то, что заспавится Гроудон. Мне бы очень хотелось.
Да вы нахрен издеваетесь? Еще и ты на меня нападаешь. Нам нужна куча алмазов, чтобы мы смогли в той продавщице продать вот эти самые алмазы и купить что-то полезное нафиг. Купить еще один мастербол, или купить пропуск, или еще что-то купить. Дайте нам алмазы! Зачем нам бронька для конячки, а? Для лошади. Не понимаю. Непонятно. Так, нет, тут уже пустыня кончается, а нам нужно оставаться в пустыне, ребята, ради Грудона. Так. Вот это я люблю! Вот это я люблю! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лаки-блоков! Так, пожалуйста. Сначала забираем золото, которое тут всегда наверху спавнится. Ребята, вы смотрите, сколько мы золота сейчас заработаем. Мы заработаем 5 блоков золота. 5 блоков золота... Ребята, я сломал один лаки-блок, с которого выпало 5 блоков золота, что, в принципе, уже нормально, да? 5 блоков золота с одного... с одного лаки-блока, это уже много. Но плюс к этому, с этого лаки-блока выпало еще 8 лаки-блоков. Ух, 6 тыквенных пирогов. Самое то. Самое то. Что мне нужно? Нормально. Нормально. Да. Алмазная кирка, алмазная лопата сойдет. Так, ребята, это колодец желания. С этого колодца желания может выпасть или дохренище всяких алмазов, изумрудов, или просто дохренище тинти, которые нам свалятся на голову. Поэтому вот сейчас кидать туда монетку было бы глупо. Потому что если сейчас сюда свалится куча тинти, то просто взорвутся вот эти все лаки-блоки. Этого мы допустить, ребята, не можем. Здравствуй. Здравствуй, ты пик. Так, мы вернемся, мы сейчас вернемся. Дайте я завалю вот этого босика. Сколько всякой дичи происходит в этой серии. Просто глаз радует. Так, сейчас. Что самое главное, сейчас, дайте я догорю, когда убью вот этого. Убью вот этого эмбуара. Убью с помощью. Не знаю кого. Давайте того же эмбуара, только эрдквиком. Более-менее нормально, более-менее. Давай, эмбуарочек, справься. Кто? Ну, он нас убьет, конечно, сейчас, да. Но сейчас я стараптором его допинаю. Вот, как я сказал, допинаю. Да, вот, water pulse, вот так, да, замечательно. Да твою нафиг, Нумил, ты что вообще сумасшедшая? Там еще... Шайни Гравеллер? У нас уже есть Гравеллер и Шайни, поэтому нету смысла его ловить. Так, давайте, ребята, выкинем вот это и вот это. И вот это нафиг. И вот это нафиг. Вот так. Просто замечательно. Знаете, что я всегда боюсь? Вот когда спавнится вот такое большое скопление лаки-блоков, плохо то, что если, как сейчас, спавнился вот этот колодец. Шайни Тропинч. У нас уже есть Шайни Тропинч, поэтому не будем его ловить. Когда спавнится вот такой колодец, потому что когда он спавнится, он перекрывает блоки. То есть, если, допустим, на вот этом месте стоит... Твою нафиг, твою фуражку. Если на вот этом месте стоял лаки-блок, а вот тут спавнится колодец, то этот колодец просто может удалить вот этот лаки-блок и перекрыть этот лаки-блок самим собой. Поэтому я боялся то, что что-то заспавнится и перекроет вот эти все наши лаки-блоки. Но, как видите, ребята, вроде он заспавнился прям идеально возле вот этого. Так. Так. Вот это уже напряжный какой-то момент, ребята. Это уже напряжный момент, потому что есть, я могу открыть вот этот сундук, а тут будет TNT, который также вот это все взорвет. Тут у нас уже две ядерные боеголовки нафиг лежат, которые я просто боюсь открывать. Так. Что-то как-то много всего, ребята. Да, офигеть. Вот смотрите, опять заспавилась вот такая структура. Я побоялся то, что она сейчас... Я такой, знаете, вижу то, что она заспавилась. Я думаю, нет, она перекрыла вот все остальные лаки-блоки. Но, как видите, вот эти лаки-блоки остались вот тут. Она просто идеально впритык к ним заспавилась. Ребята... Офигеть. Пожалуйста, больше ничего не спамится, потому что если сейчас заспамится, то мы просто просрём все наши лаки-блоки. Не пугайте меня так, не пугайте. Так громко, потому что я реально чуть ли не обкагался. Это можно выкинуть, это можно выкинуть. Это. Офигеть. Так, много всего, ребята. Что-то реально много всего. Так, вот это забираем, вот это. Вот это выкидываем, да. Маяк, нормально.
Так, сейчас. Я, в принципе, все открыл. Тут есть много бесполезной фигни. Вот, допустим, как вот это, да? Оцелот, бикон. Вот это можно взять. Вот маячок можно взять. Золотую бронь и вот эти все яйца спавна. Не, нету смысла брать. Так, нету смысла брать. Сейчас, давайте мы покушаем. Как раз у нас одно местечко в инвентаре освободится. Вот так. Стрелы. Стрелы не, нету смысла брать, но зато возьмем зачаровальню. Это офигеть просто. Да, я боялся то, что тут будет ТНТ, а тут говнецо. Лучше бы ТНТ было. Да. Так, и вот эти глаза. Глаза, в принципе... В принципе, у меня есть 10 лаки поушенов. И 4 не лаки поушена. Что я могу, ребята, выкинуть? Ничего я не могу выкинуть, у меня нафиг... А, смотрите, у меня какой инвентарь! Так, давайте быстренько... Я надеюсь, что тут ничего не пропадет, хотя, в принципе, чему тут пропадать? Даже если вот это пропадет, ничего. Хотя, знаете что? Давайте мы быстренько... Быстренько... Так, это нам не нужно, это нам не нужно. Мы сейчас используем вот этот колодец желания. Это нам не нужно, даже если вот сейчас заспавнится тут много динамита, если вот это все взлетит на воздух, то, в принципе, будет пофиг, потому что самое главное мы уже собрали. Это нам, ну, глаза вот эти. Я только сейчас заметил то, что у нас есть еще один орб. Ребята, вы представляете, мы сейчас докачаем вот этот орб электричества и сможем заспавнить Забдуса, а потом мы начнем прокачивать орб для, допустим, для Артикуну, для ледяного легендарного покемона, или для Молтреса, для огненного легендарного покемона. Все, что нам останется, это просто найти алтарь. А просто, ничего сложного, просто найти алтарь. Ладно, хватит. Просто найти алтарь. И купить еще один мастербол. Да, что сложного. Ну, в принципе, смотрите, ребята, сколько нам выпало золота с этих всех лаки-блоков. Ребята. Да, вы знаете что? Сейчас, дайте я открою вот этот. Открою вот этот колодец и посмотрим. Ёханый боб! Да, моя прелесть. Как же много всего хорошего. Моя прелесть. Я даже боюсь сейчас отсюда уходить, потому что если я уйду, все пропадет. А так, вот это нафиг можно выкинуть и собрать алмазики. Собрать алмазики. Алмазики, идите сюда, мои миленькие. Офигеть. Сейчас мы подведем итоги, ребята. Что можно еще выкинуть? Что нам, в принципе, сейчас... Вот это. Эту темку в жопу. В жопу. Вот так. Да твою мать, мне нужны... Вот, изумрудики мне нужны. Изумрудики. Да выпрыгни ты. Вот, изумрудики мне нужны. Изумрудики. Как же... Там еще и наверху заспамилось. Как бы нам туда запрыгнуть? Так, у меня даже блоков нету. Как нам туда запрыгнуть? Опа, паркур. Вот так. Офигеть, так, что мы еще можем выкинуть? Флэш, вот это можем выкинуть. И Алисвич можем выкинуть. Заберем вот это, потом вот это все заберем. Больше тут вроде ничего нету. Вот это. И вроде все, да, ребята? Вроде тут больше ничего ценного нету. Офигеть, просто сколько у нас? 26 алмазов и 24 изумруда. Мы еще уже можем купить еще один мастербол. Я прям вспотел, ребята. Давайте небольшие итоги. Мы открыли один лаки-блок, с которого нам выпал один сундук, который, в принципе, бесполезный, и один колодец желания, с которого выпали еще полстака изумруда, полстака золота и полстака алмазов. Плюс к тому заспавнились две построечки, с которых мы собрали 9 блоков золота. Плюс с того единственного лаки-блока нам выпало еще 8 лаки-блоков. И с этого, и с этих 8 лаки-блоков выпало еще 4 лаки-блока. То есть мы открыли один лаки-блок, с этого лаки-блока выпало еще 12, еще один колодец желания, с которого мы получили офигеть как много полезных ресурсов. Полстака каждого, что там выпало, полстака золота, полстака алмазов, изумруда, лазурита, в принципе нормально, ребята, да, даже круто. Так, давайте мы тут поставим вейпоинт вот такой, сейчас быстренько отправимся домой. Офигеть, просто полсерии угробили на лаки-блоки, халявные лаки-блоки, что самое главное. Офигеть просто.
просто. Офигеть. Так, ребята, давайте быстренько вот это... О, я напугался нафиг. Офигеть, как у меня дома лагает. Это просто жопа. Так, это. Потом это. И вроде все, да? И в хлам. Хлам мы засунем вот это. Замечательно. И еще вот это засунем в хлам. И вот это засунем в хлам. Да. Потом, что у нас есть? У нас есть хилочки, которые мы засунем вот сюда. Да? Больше ничего нету. В хлам засунем еще один орб. Потом в это все засунем вот это. И вот это. Да? Замечательно. В принципе, это выкинем. Это выкинем. Все, круто. Крум, там, и в хавчик засунем еще вот это. Да. Вроде все, ребята. И хавчик давайте мы еще возьмем потом. Я не знаю, что, в принципе, можно взять. Яблочки я не буду брать, потому что яблочки я храню для конфет, если мы потом в будущем будем их крафтить. Давайте возьмем зайчатинку. Да, зайчатинку. Возьмем и давайте опять тпхнемся вот сюда. Да. Вот это еще тут все осталось, поэтому давайте вот эти темочки соберем. Я просто не хотел тпхаться, потому что темки просто могли бы пропасть. Я не хотел их... Опа. Опа, не темки могли пропасть, а вот все ресурсы. Я не хотел изначально тпхаться, потому что реально вот эти все ресурсы, был бы шанс, то, что они пропадут. А я не хотел вот этого. Вот это, ребята, тот покемон, которого я хочу. Это Вулкарона, 64 уровень. Я даже сейчас не буду на него нападать, потому что это огненный покемон. А чтобы сразить вот этого огненного покемона, нам минимум нужен водный. Потому что я вряд ли смогу убить 64-го огненного покемона моим 40-м огненным. И вряд ли я смогу ее убить Серперером. Она его убьет просто с одного удара. Просто Раптора тоже нету смысла говорить. Вот видите, ребята, все остальные вещички пропали. Вот глаза вот эти пропали, стрелы пропали, вот это все пропало. Поэтому, ребята, хорошо то, что я не тпхнулся, потому что это реально бы пропало. Да, офигеть просто. Офигеть. А чтобы убить вот эту Вулкарону 64 уровня, там, конечно, с нее бы нам дало офигеть как много опыта, но я бы ее просто не смог убить. Нам нужно реально было бы хотя бы минимум 40-го уровня водного покемона. Но у нас его, к сожалению, не было. Да. Офигеть просто! О, кстати, ребята, смотрите, что у нас еще осталось. У нас еще осталось 4 несчастливых Lucky Potion и 10 счастливых. Поэтому, так, вот это давайте сюда быстренько. Это сюда, вот так. Давайте сначала несчастливые. Ничего не выпало. Урончик. Ой, какие пауки в Пиксельмоне, а? И вот это. Тоже ничего, нормально. Да, а сейчас, ребята, 10 счастливых. Давайте посмотрим, что нам выпадет. О! Какой ты буси-пуси! Так, ну, ладно, не нужно отвлекаться, ребята. Смотрите, сколько хавчика, ребята. Так, давайте вот так. Вот так, схаваем. Какое у меня слово? Какой хард, нафиг? Я думаю, почему у меня так голод тратится? Не нужно. Так, давайте еще и еще одну бутылочку. Ну, наковальня, книжечки. Конечно, книжечки, офигеть, какие крутые, но... Они, ну, в принципе, ребята, не пригодятся, вообще не пригодятся, да. Зато печеньки пригодятся, поэтому, ребята, давайте вот это все выкинем. Вот так. И возьмем печенечки. Печенечки возьмем, а сахар выкинем. Вот так. Офигеть. Так, дальше. Опять наковальня, опять книжки. Не нужны нам книженцы. Ребята, в этой серии мы запасемся просто на год вперед. У нас хавчика будет на год вперед. Офигеть. Так, давайте еще раз. Давайте еще 3 осталось. О, поушены. Заглотите меня, поушены. Невидимость. Да, и все, и она пропала. Дальше. И что это было? Сердечки, и все. И последние. Кролики. Круто. И у меня, ребята, опять Смотрите, у меня опять полный инвентарь. Только в данном случае хавчика. Да, поэтому, ребята, давайте отправляемся домой. Home. Вот так. Быстренько пойдем поспим. После этого сложим все вещички в инвентарь. Конечно же, в инвентарь, извиняюсь, в сундучки. И пойдем дальше на охоту. Будем дальше вот так искать лаки-блоки и надеяться, то, что все же в этой серии у нас заспавнится Гроудоша. Очень на это надеемся, да. А если нет, то хотя бы еще найти вот таких 100 лаки-блоков, как мы только что нашли. Что-то выпало нафиг, а? Почему это на земле валялось? Так, я что-то не понял, почему это все удалилось вот так как-то.
что это вообще было? Где еще. Вот, еще и тут рамка пропала. Что это за дичь была? Не знаю. Ладно. И вот тут! Что за хрень? Почему рамки послетали? Бред какой-то, если честно. Тут у нас ничего нет. Ладно, ребята. Весь вот этот хавчик. Весь вот этот хавчик мы выкладываем вот сюда. Потрясно. Что я могу сказать? Просто потрясно, ребята. Да. Нужно что-то еще взять, потому что у нас в инвентаре очень мало жрачки. Давайте возьмем... я даже не знаю, ребята. А у нас, кстати, есть уголь в печке. Да, кончилось. Ничего нету. Ни уголька, ничего. Ладно. Давайте, ребята, возвращаться вот на... Я аж вспотел нафиг после этих всех лаки-блоков. Я прям вспотел. Фух. Ребята, вы готовы? У нас еще полчаса впереди. Да. Так, давайте вот этот вейпоинт будем удалять. Вызывать Стараптора. И лететь в каком направлении? Да, можно, в принципе, в этом направлении. Вот сюда. Ой, офигеть просто. Столько лаки-блоков я, если честно, еще вообще не видел нафиг. А вот в этой серии заспавилось просто офигеть, какой туча, вот прям туча лаки-блоков. Фух. Так, ребята, смотрите на землю, если где-то увидите лаки-блоки, или увидите, не знаю, что там еще может быть, покелут, пишите, ребята, в комментарии, где вы это все увидели, чтобы я потом вернулся. Вернулся и забрал. Вот, еще один лаки-блок. Еще один лаки-блок. Вроде там так деревня. И, в принципе, больше ничего. Давайте открывать этот лаки-блок. Я тут не был? Нет, еще вроде не был. Тинти и всякая фигня. Тинти и всякая фигня. Так, вапориоша. И давайте эмбуар. Тоже. Также, ребята, не забываем дальше прокачиваться. Как видите... Дальше нужно, хоть вся эта история с лаки-блоками очень даже крутая, но не забываем то, что нам нужно прокачивать еще наш орб. Если мы в этой серии уже не справимся, потому что в этой серии мы потратили пол серии на вот эти лаки-блоки. И это, в принципе, даже круто. Если мы в этой серии, ребята, не справимся, то в следующей серии заспавим нашего Запдоса. А кто мог знать то, что столько будет крутых нафиг вот этих лаки-блоков? Я прям офигел, если честно. Да. Так, нет, Вапорион, давай обратно. Покехилл, Стараптор, давай, и полетели. Фух, да. Вот, ребята, в такой небольшой паузе хотел бы вам опять сказал. Вот так вот записывать часовые серии. Просто все мозги перекручиваются, в кашу превращаются. Ребята, пока идет вот эта серия, я бы хотел вам немного поделиться такой информацией. То, что, ребята, кто еще не знает, у меня есть второй канал, на котором в данный момент я записываю третью мафию, я записываю Overwatch, Paladins, и также сейчас планирую начать записывать новую батлу, которая вышла. Это Battlefield 1, я очень давно ее ждал. Поэтому, ребята, ссылочка на мой второй канал также будет в описании. Это для тех людей, которые меня уже очень давно просили, мол, Эдисон, записывай что-то кроме Майнкрафта, записывай какие-то прохождения, записывай влоги, влоги то также там, ребята, потом будут, записывай влоги, записывай еще что-то. Поэтому, ребята, ради вас я создал второй канал, заходите, также на него подписывайтесь, я еще раз повторю, ссылочка есть в описании, заходите, подписывайтесь и смотрите его, ребята, раз вы хотите видеть только Пиксельмона, а хотите видеть еще какие-то другие игры, прохождения других игр, и хотите, чтобы я иногда вам даже показывал какие-то влоги, да. Поэтому, ребята, не стесняйтесь, заходите, подписывайтесь, я еще расскажу. Ссылочка на мой второй канал есть в описании, я вас, ребята, также буду вот там ждать. Вот такая минутка рекламы, просто заходите, ребята. Это будет круто, если вы также подпишетесь на мой второй канал. А вот сейчас у меня вопросик, это что, мать его, за аномалия, а? Что это такое? Бермудский квадрат, где тоже корабли пропадают. Опа. Все. Мы больше этот итем никогда не увидим. Никогда. Офигеть. Прям мистика какая-то. Так, где мы еще не были, ребята? Давайте всю территорию будь... О-о-о-о. Так, ну вот это, как я понимаю, несчастливый лаки-блок. Это несчастливый, и сейчас тут заспавнится какой-то зомби-гигант. Да. Почти...
почти угадал. Только не зомби-гигант, а зомби-слайм. Простите меня, то, что я не угадал, но почти. Гигант все же... Я сказал зомби-слайм. Не зомби-гигант, а слайм-гигант. Извиняюсь, ребята, смотрите, два лаки-блока нафиг. Офигеть просто. Да, почти угадал. Гигант все же в этом существе присутствовал, да? Нормально, две монетки, можно сказать, потому что один алмаз стоит одну монетку. В принципе, ребята, очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Так, и вот тут у нас еще один лаки-блок. Интересненько. Интересненько. Опа. Опа. Тим Рокет нафиг. Это также помощница, ребята, Тим Рокета, а? Так, иди сюда. Иди сюда. Так, и зато махавчик еще добудем. Так, ладно. Зубат. Давайте, ребята, мы прокачаемся. Тем более, мы сейчас опыт немного заработаем. Да. Убьем вот этого, не знаю, кто это вообще, тренера покемонов. Прокачаем наших покемонов и также, ребята, опыт заработаем. Что, в принципе, не опыт, а бабло. Реальное бабло, то есть пиксельмоновское. Да, да, да. Сколько... Так, мы убили... Мы заработали 2000, ребята. Мы заработали 2000. У нас тут было 6900, сейчас 8900. Да, я не могу еще раз напасть. Ну, да ладно. Фух. Нормально, нормально, нормально. Почему бы и нет? Так, а в какую сторону, ребята, нам лететь? Вот в ту. Давайте мы будем исследовать просто-напросто всю территорию, потому что, как видите, тут реально бывает много чего интересного. А вот тут очень даже полезно летать, вот в этом биоме, который называется Desert Hills. Это, то есть, горы в пустыне. Ну, если так переводить, в принципе, все это понимают, да? И вот тут как раз спавнится наш всеми уважаемый покемошек Грудоша. Именно вот тут мы его сможем найти, если он заспавнится. Поэтому повнимательнее следите за горами, ребята. И в чатик... О, там еще лаки-блок. И в чатик почаще смотрите. Вот смотрите. Там данж, ребята. В принципе, он нам нафиг не нужен. В чатик тоже почаще смотрите. Тут реально заспавнится Грудоша. Я его прокакаю. Так. Так. Это забираем. О, это забираем. Это оставляем. Это забираем. Прекрасно. Прекрасно. Давайте, ребята, отсюда выматываться. Быстренько. Вот так. Опа. Опа. Нужно сваливать отсюда. Нету смысла больше тут что-то делать. Опа. Опа. Там был еще лаки-блок, да, я, конечно, не помню, в каком направлении. Вообще не помню. Но сейчас увидим, ребята. Сейчас, опа, вот так это все хлам туда выкинем. Вот так. И, да, да. Зачем я выкинул, если мне как-то выбираться отсюда нужно? Я так смогу выбраться? Да, конечно, смогу. Так, где был лаки-блок? Вот там лаки-блок. Поэтому, ребята, давайте топаем туда. О, топаем туда быстренько. Главное не умереть. А то я прыгнул с такой высоты, но хорошо то, что в воду попало. У меня еще пол здоровья было. Страптор, донеси нас туда. Я слишком ленивый, чтобы туда топать. Долго, долго туда лететь. Точнее, бежать. Не скажу, что полезная вещь, но ради прикола пускай будет. Потому что, спросите вы меня... Ты сможешь добыть Незерстар в Пикслимоне? Я скажу нет, потому что, в принципе, бесполезно. Зачем мне идти убивать Визера, да? Тем более, мобы тут не спавнятся в Пикслимоне. Даже в аду, вроде. Вроде не спавнятся, да? Поэтому нету смысла. А даже если мне сейчас вот выпал вот этот Незерстар, звезда ада, то, в принципе, зачем она мне нужна? Что я могу с ней... Вот в этом биоме спавнится Вулкарона. Это Ларвеста. Это Вулкарона, вторая эволюция, а нам нужна Ларвеста, ребята, которая также спавнится вот в этом биоме. Ищите ее глазами, ребята. Вы смотрите, что ты сможешь скрафтить вот с этого Незерстара. Я скажу то, что только маяк. Зачем нам маяк, если, в принципе, во-первых, он бесполезный, во-вторых, у нас уже куча маяков валяется в сундуках. Босик, 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 босик. Давайте прокачаем Вапориона в этот раз. Вот, иди сюда. И Эмбуар. Ты что, издеваешься? Как ты вообще его убил нафиг? Давай, давай, Эмбуарчик, миленький мой. Ух, вот так, красавчик просто, красавчик. Опять Санстоун. Это типа камень эволюции, камень превращения, как мы добывали
для Вапориона, точнее для Иви, чтобы сделать ее Вапорионом, как мы добывали водный камень. Так вот сейчас, ребята, нам выпал Санстоун, который также потом пригодится, если мы надумаем кого-то там эволюционировать. Ребята, тоже полезная вещь, тоже полезная вещь. И очень даже полезная, да. Так, да что ты... Вот, Стараптор. Это все, ребята, давайте вот сюда выложим и полетим в том направлении. Ну, в принципе, тут уже ничего нету, только вот такие маленькие участки, которые мы не изведали. Но тут ничего нету. Зато боссик есть. Если меня глаза не подводят... Да, это боссик. А, вот сейчас реально давайте Вапориона. Да почему не хочу я вот этого? Вот. Давай, 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 давай. Да какой Magikarp нафиг? Вот, Geodude. И давайте убьем Geodude с помощью Эмбуара. Если у нас, конечно, получится это. Давай. Во, еще один ударчик. Давай. Вот. Молодца просто. Просто молодца нафиг. Фу, нормально. Ребята, давайте перекусим. Ой, ой, час пиксельмона. Сколько у нас еще? Еще 75 убийств. Ну, как видите, в этой серии мы не очень так... Да какой Эмпорион? В Эмпорион. Ребята, в этой серии, как видите, мы не очень так сосредоточены на прокачке арба, потому что в этой серии у нас офигеть просто много всего творится. Боссы, шайни и хреново туча лаки-блоков. Это, ребята, очень даже круто. Так, тут мы уже ничего нормального не найдем, поэтому давайте будем лететь вот в эту сторону, на ту территорию, где мы еще не были. Зачем нам летать по той территории, где мы уже все разведали? Вот видите, тут мы еще не были и нашли покелут. Круто. Круто это. Хапчик, вернись! Хапчик, вернись! Я не то хотел выкинуть, но ладно, потом выкину в другом месте. Не нужно засорять! Не нужно засорять пустыню! Так, да, ребята, тут мы еще не были. Поэтому летим сюда, может тут что-то будет полезное. Кстати, вот в этом биоме, глиняном биоме, мы можем найти алтарь Молтреса, да. Алтарь Молтреса. Так, ребята, как мы нашли алтарь Забдуса, мы можем найти алтарь Молтреса. Поэтому также, ребята, смотрите внимательно. Вдруг вы его где-то увидите, а я его не увижу, и потом напишите в комментариях, мол, Эдисон, вот там был алтарь, а ты его прокакал. И вы мне поможете, ребята, то что вы поможете мне его опять найти. Где тут вход? Где тут вход? Вход, как всегда, с самой конченной стороны. А, мы уже тут были, значит, да? Мы уже тут, значит, были. Потому что там нету покебола внутри, значит, мы его уже забрали. Пупок! Пупок! Всегда большой уровень, и на пупке очень приятно качаться. Да. На пупке очень приятно качать. Что-то ты... О, нормально, с одного ударчика. Вылечимся, и давайте, ребята, еще раз прокачаем нашу Иви. Иви нужно качать, потому что, как видите, в каких-то случаях нам нужно убить огненного покемона, а у нас нету водного покемона, чтобы его убить. Поэтому нам не нужно качать Иви. Да. Да. Больше ничего нету. Вроде смотрю по сторонам, вроде ничего не вижу. Так, давайте вот это выкинем. И вот это все выкинем. Да? Так почему вопор? Да где ты в жопу, а? Стараптора нам нужно, чтобы полететь дальше. Там мы уже были, вот в той стороне мы еще не были. Да. Алтарь спамится, он не может спамиться вот на таких горах. То есть он не может он не может спамиться. О, там еще Lucky Block. Он не может спамиться вот тут. Как это сказать? Не может спамиться вот тут. В поляне вот такой, да, можно спамиться только на горах. Бейгон. Ребята, меня вы... Я помню то, что меня также просили словить вот этого Бейгуна. Потому что финальная эволюция вот этого Бейгуна — это Соломенс. А Соломенс очень, очень красивый покемон. Ребят, вы, наверное, знаете, о ком я говорю. Соломенс, в принципе, очень красивый покемон. Как я уже сказал, только что три раза опять повторился. Но все же, ребята... Хорошо то, что мы нашли Бейгона, хорошо то, что он у нас сейчас есть. И мы сейчас в любой момент можем взять его в команду и превратить его в Соломенса. Да, ведерко с водичкой, с молоком. Полезно, полезно, да. Очень полезно, нафиг, очень полезно. Так, тут уже горы прям огроменные какие-то начинаются, а? Вот это вторая эволюция Багона, Бейгона, как говорится, это его вторая эволюция. А потом идет Соломенс, да. Уроки, уроки Пикселемона от Эдисона. Так, тут ничего нету, ничего.
Ничего. Ребята, все нужно облетать, все нужно посмотреть. Везде могут быть какие-то секретики, секретики какие-то полезненькие. Секретики. Допустим, Lucky Block. Допустим, еще что-то. А мы это не заметим. Ну, этого не хочу пока ловить. Потом, может, как-то словим, но не сейчас. Не сейчас. Там я видел какие-то огромные горы нафиг. И в этих огромных горах, если это какие-то Extreme Hills, да, если я не ошибаюсь. Desert Extreme Hills. Тут в этих горах также есть шанс, то, что заспавнится легендарная собака. То есть, Апсол, у нас есть уже Апсол. Легендарная собака. Рейкоу, или Райкоу, как он там называется, если честно, уже забыл, спавнится у нас в саванне. Кстати, нужно в саванне полетать, там тоже Райкоу спавнится. Это тоже офигенная собака, электрическая. И в горах у нас спавнится Энтей, если я хорошенько помню. А где у нас спавнится третья собака? Вот это хоть, ребята, не помню. Где у нас спавнится третья собака? Вот это не помню. А кстати, реально, ребята, напишите в комментарии, где спавнится третья собака, а то я забыл. Вот Райкоу и Энтея я знаю. А вот третья где спавнится? Вот не помню, честно. Вот прям не помню. Так, ладно. Ладно. Конечно, то, что сейчас заспавнится тут кто-то, очень маленький шанс. А точнее, вообще шанса такого нету. Но все же. Все же полетать можно, понадеяться. О, Lucky Block. Lucky Block. Спускаемся. В какой стороне мы еще не были. Вот сейчас, ребята, вот туда полетим. Сейчас вот туда полетим. Босс. Босс. Ох, пастка, как ты. Пастка, пастка. О, пастка. Пастка это вроде по... Пастка. Ловушка. Я же хохол, как бы родился в Украине. Поэтому пастка. Пастка. Вот тебе сказанул. Пастка. Какая нафиг кадабра? Не хочу кадабру, а. Давайте амбуара, амбуара. Запинай этого, да, Ктрио? Ни хрена себе. Давай. Вот, вот так нужно. Еще один сандстоун и какой-то шайни стоун. Не знаю, может даже что-то полезное будет. Посмотрим. Так, ребята. Так, это что? Это что у нас? Это что у нас? Ну, в принципе, мы знаем, что это домишка вот этих. А, кстати, если тут будет Гастли, почему бы его не словить? Я хочу Гастли. Я хочу... Да иди ты нахрен, мисс Древус. И Лэмпмента, в принципе, тоже можно словить. Это тоже очень даже офигенный покемон. Так. О, Лэмпмент. 24-й. Еще есть какие-то поменьше. Есть какие-то поменьше лэмпенты. Я, если честно, хочу Гастли. Офигеть, как хочу Хантер. Потом Генгара. Лэмпент. Ну, давайте попробуем его словить. Почему бы и нет? Почему бы и нет, ребята? В принципе, очень даже крутой покемон. Да, словили. Еще вот это на нас нападает. Да иди ты в задницу. Так, все, больше никого. Больше никого. Так, давайте. Никого. 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 Хаунтер. Я тебя, конечно, хочу, только я хочу первую твою. Вы это слышали? У меня аж мурашки нахрен по коже пошли. Что это за привидение нафиг было? Аж мурашки по коже, я думаю, охренеть, сейчас обосрусь. Так, вот тут я еще не был на такой высоте нафиг. Круто тут, круто. Опа, смотрите. А, нифига себе, тут на каждом вот этом есть вот такая фигня. А, то есть невидимый покелут. Я даже, если честно, не знал. Ну, прикольно. Так, Шенделур там. Шенделур нам не нужен. В какую сторону нам лететь, ребята, нужно? Вот в ту, да? Ладно, полетели. Время у нас еще есть, поэтому давайте перекусим. И полетим. Фу, нормально. Так, ребята, в этой серии мы много чего нашли, много чего увидели, много лаки-блоков открыли. Кстати, что это? А, это обычное. Это у нас грибочек. Я думал, там какой-то красный босик. Карабосик. Так. Там тоже что-то я видел. Нет, это у меня галюны реально похожи уже. Да. Галюны, ребята, галюны. Вот видите, сейчас пиксельмон, а галюны у меня появляются. Офигеть просто. Так, боссиков нету, ребята, смотрите внимательно. За боссиками, за покелутами, за лакиблоками. Смотрите внимательно, если увидите, пишите, конечно же, в комментариях, как я, ребята, вам уже сказал.
Так, вроде никого. Вроде пока никого. Какую сторону? Да, в принципе, можно туда полететь. Можно туда полететь сейчас. Лаки блок. И Шайни Джеудут. Шайни Джеудут у нас уже есть, поэтому нету смысла мне его трогать. Это можно выкинуть, это можно выкинуть. Еще. Охренеть, просто вы издеваетесь какой. Еще одна вулкарона. Почему столько вулкарон? Почему ни единого нафиг. Почему ни единой ларвесты, а? Первой эволюции вулкароны. Что за шуточки? Так, тут никого, давайте возвращаться, ребята, вот сюда. Что за шуточки? Только вулкарона, почему ларвесты нету? Идиотизм какой-то. Просто идиотизм. Так, тут никого. Вот, ребята, вот я говорю про то, то, что тут есть саванна. В саванне тоже, в принципе, очень было бы даже полезно полетать. Потому что, как я уже сказал, в саванне также спавнится легендарный покемон Райкоу. Это электрическая собака нафиг. Поэтому, может, ребята, мы еще даже полетаем. Так, где мы еще не открыли? Вот, давайте вот тут по центру пролетимся, где мы еще не открыли. Вдруг тут тоже что-то будет полезное. Фух, офигеть просто, ребята. Много чего мы уже нашли в этой серии. Много чего. Это случайно не Шайни? Это Шайни Магмар, ребята. Это Шайни Магмар. Я помню, мы один раз уже встречали Шайни Магмара, только мы его убили. Сейчас у нас вторая попыточка. Может, ребята, мы даже его сможем словить. Словили. Офигеть. Вот это меня всегда напрягало, то, что в тот раз я потратил на него около 10 покеболов, я его не словил. А вот сейчас... О, еще один лаки-блок. А вот сейчас, ребята, я потратил один единственный лаки... не лаки-блок, а один единственный квикбол, точнее, покебол, и я его словил сразу же, нафиг. Что за бред, нафиг, что за бред? Так, давайте открываем. Опа! 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 С маленького лаки-блока засваивался большой лаки-блок. А что там внутри? А что там внутри? Внутри есть еще один лаки-блок. И вот тут есть... Эти лаки-блоки меня реально и однажды до усрачки доведут. Вот смотрите, ребята. Смотрите, ребята. Смотрите, ребята. Ребята. Еще полстака алмазов, еще четверть стака изумрудов. В этой серии мы себе заработали на пропуск и еще на один мастербол. Да. А если честно, ребята, мы себе купим пропуск, купим Lucky Edge и купим XP Share. Lucky Edge — это двойной опыт на прокачке нашего покемона, кто не знал. А XP Share — это... делитель опыта. То есть, если мы одеваем XP Share на Вапуриона, а Эмбуаром убиваем какого-то покемона, то опыт будет идти не только Эмбуару, а также часть опыта будет идти Вапуриону. То есть, Вапуриону даже не нужно вступать в бой, чтобы качаться. Даже не нужно, ребята, вступать в бой. А просто... просто иметь на себе одетую шапочку. Да. Просто иметь на себе XP Share. Вот, ребята, как круто. Поэтому в следующей серии мы купим пропуск нафиг. И купим две шапочки. Круто. Да. 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 Так. У нас опять хавчик, ребята, заканчивается. Точнее, вообще уже его нету. Я имею в виду у нас в инвентаре. Нужно будет потом опять сгонять домой и что-то взять. Но уже, наверное, в следующей серии. Я надеюсь, что в этой серии мы еще, ну, не сильно проголодаемся. Давайте вот еще сюда полетим. О, смотрите, 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 смотрите. Дайвбол, дайвбол. Бол, чтобы ловить водных покемонов. Почему нет? Почему нет? Очень даже круто. Так, тут больше ничего нету. Сейчас вылезет Гроудон, ребята. Вы не верите? Вот смотрите, смотрите. Вот, 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 вот сейчас добежим вот туда, вперед, и вылезет Гроудон. Смотрите. Я очень хочу, чтобы он вылез. Вот сейчас тут попрыгаем немного. Грудоша, ты дома? Выходи гулять. Давай, давай, давай. Так, там нету ничего. Ничего нету, нет. Не вылезет. Не, что-то не хочет вылезать. Не очень он хочет вылезать. О, зато лаки-блок. Зато лаки-блок есть. Так, сюда, сюда, сюда.
лучше бы не было этого лаки-блока, и был бы реально Грудон. Офигеть. Полезно, полезно. Так. У нас не то открыло, ребята. У нас сейчас есть полный инвентарь, который нужно реально очистить, потому что офигеть, как много всего. Офигеть. Так, давайте быстренько вот это сюда выложим. Потом хлам, вот тому подобное, сюда выложим. Потом, у нас уже, в принципе, даже вот тут места нету. Это сюда, да, реально, у нас уже места нету, чтобы выкладывать вот этот весь хлам. Точнее, не хлам, а шапочки. Это сюда, потом в хлам, знаете что? Хотя нет, давайте пока это выложим. Вот это, и вот это выложим вот сюда, да? А потом идем сюда, в хавчик, вот это, и вот это. А возьмем, допустим, вот это пережарим, и вот это пережарим, да, к следующей серии. А сюда мы выложим, где у нас блоки? Блоки вот сюда, хлам вот сюда, еще вот сюда. А ресурсы, сейчас, это вот так нужно. А ресурсы, это все сюда. Ребята, 1,5 стака изумрудов, это 1,5 стака монет. 40, извиняюсь, не изумрудов, а алмазов. И 40 изумрудов, это тоже 1,5 стака монет. То есть у нас сейчас есть 3 стака монет, если не учитывать вот это золото. Вот это все золото, если не учитывать. Если не учитывать железо. Давайте, ребята, кстати, вот это все превратим, чтобы просто знать, сколько у нас всего есть. Вот так, если что, потом обратно можем превратить, не проблема. Смотрите. Офигеть, просто. Да. Чувствую, купим еще себе мастер булов. Офигеть, как много. А сейчас, ребята, час уже прошел. Кто реально досмотрел эту серию до конца, с первой секунды до последней секунды, вот сейчас, если ты еще смотришь, ты реально истинный подписчик, если ты час продержался, час посмотрел Пикслимон, и ты не из тех, кто пишет: «Эдисон, почему 30 минут серии? Почему не час? А давай лучше вообще 5 часов серии по Пикслимону». А на самом деле он включает видос, смотрит 3 минуты и выключает его. Если ты реально досмотрел от начала до конца, ты просто чудо. Я тебя реально люблю. И также буду очень сильно рад, если ты поставишь лайк, ребята. Ведь чем больше мы лайков наберем на вот этой серии, тем быстрее выйдет следующая серия Пикслимона, и тем дольше она будет. Также час, может, еще больше, ребята, зависит только от вас. Поэтому не поленитесь, я записал 1 час Пикслимона. Буду рад, если вы также не поленитесь и потратите не 1 час, а всего лишь 1 секунду на 1 лайк. Также, как я, ребята, сказал, подписывайтесь на мою страницу ВКонтакте, подписывайтесь на мой канал и подписывайтесь на мой 2-й канал, где я прохожу другие игры. Все ссылочки, ребята, есть в описании, просто зайдите под видео, разверните и прочитайте, там есть все интересные вам ссылочки. Ребята, час прошел, я, если честно, проголодался, сейчас пойду что-то перекушу по-быстренькому и пойду какой-то фильмец посмотрю. Не знаю, зачем я это говорю, но все же, ребята, большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.